Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие друзья, я сегодня буду вас с новым бутиком знакомить. Девочки, очередной бутик блузок, бомберов, джинсовые куртки, туники. Корпус А1Д09. И я вас сегодня познакомлю еще с очередной красавицей. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Руслана. Девочки, Руслана нам сейчас расскажет о своем бутике, какие у нас блузки, туники, куртки, бомберы. Русланочка, скажи, пожалуйста, производитель вашего товара? У нас два производителя, Россия и Китай публичный. Угу. 50-60 размерчики идут. Ну что, давай весна, наших девочек-то надо одевать? Да, весна, лето, уже короткий рукав, тунички, блузочки. Давайте посмотрим, вот первый пыльничек, с него ага. Начнем. Он у нас расцветочка. А, вот, ага. Вот так, на кулисочке. Очень большая длина. Рукавчик можно подстегнуть, покороче сделать. Цена 2500, розничную цену мы озвучиваем. Вот такая прям легенькая. Кого интересует обувь, пишите, звоните. Ответьте. Я извиняюсь, чуть не упустила визиточку. Пожалуйста, визитка на WhatsApp, пишите, звоните. И скажи, пожалуйста, Руслана, мы чуть не забыли с тобой сказать, от какой единицы отправку делаете? Потому что я знаю, что сейчас за кадром очень многие ждут. Розницу мы отправляем от одной штучки. Почта либо транспортная компания. А оптом от трех штук. Мы их разбиваем. 6 штук у нас в упаковке. Мы их можем через размер поделить. Их от трех штук мы отправляем. Угу. Ну давай, вот горох тоже красивый. Ну, вот эти, давайте. Вот ага. Эту посмотрим. Моделька очень популярная, это Россия, производитель, с 50 по 60 размер, очень много расцветок, посмотрите. Ой, сейчас на лето, под любые брючки, пожалуйста. Можно и под юбочку, можно и под брючки. Под юбку. На любой вкус и цвет, если надо. Такая вот плетеночка, под любой юбку. Угу. Такая более стильная, для молодежи. Очень красивый рукавчик. И цена их? 1900 цена. 1900 в розницу. Девочки, оптовики, пожалуйста, на WhatsApp, пожалуйста, пишем. Так, ну блузок очень много. Горох. Всеми любимый горох, классика, в ночной рукав. Также с 50 по 60. По 60, да? Да. В двух расцветках. 1900 цена. Это у нас новинка. Паховую зону прикрывает. Можно и под крючки, можно и под юбочку. Состав 75 хлопка, 25 спандекса. Качество очень хорошее, воздушная ткань, невесомая. И цена? Цена 1900. И вот такая моделька. Она в трех расцветках. Мысик. Которую очень многие, кстати, спрашивают. Также идет у нас 50 по 60. 1900. Также шелк. Это производство России. Очень хорошая модель. Итак, давайте сейчас посмотрим. Тут тоже очень много расцветок. Разные принты. Вот такая. Это расцветочка из пудра. Есть белая. А ткань что это там? Ткань шелк. 92 катона, 8 спандекса. И цена? 1800, девочки, наряжаемся. Давайте с вами посмотрим хлопковые рубашки. Они есть на кулиске, также с 50 по 60. 1800 цена. Вот тоже красиво. На резиночке. Многие любят на резиночке. Да, да. Она есть поплотнее ткани, есть вот потоньше. Также 1800 цена. 1800, девочки. Это Китай фабричный. 50-60 размерная сеть. Отлично. Так, что еще? Ну, чем порадуешь? Вот такая модель. Ой, какие яркие. Угу. Очень хорошая. Также хлопок 50-60. Вот эта моделька на кулисочке. Эта моделька идет с 48 по 56. А это по 56, да? 48. Угу. Немножко она маломерит, на 46 тоже можно предложить. Также джинсы. Вот такая вот футболочка, трикотажная, ХБшка. Также с 50 по 60 размер. Очень хорошее качество и длина хорошая. 1800. Вот
вот такая вот футболка, она в двух расцветках, тоже ХБшка, с 50 по 60, 1800, также Китай фабричный. Давайте с вами посмотрим туники, это Россия, также с 50 по 60, в двух расцветках, 2200 цена. 2200, да? Да. Угу. Давай, показывай. Такие вот рубашечки. 2200. Также 50-60. Очень красивая стильная расцветочка. Вот такие вот рубашки. Спинка отрезная, походки она отрезная. В двух расцветках. 50-60. Для девчонок то, что нужно. Можно и под юбочку, можно и под брючки. Идеально смотрится. Это Россия. Такого плана рубашечка. И цена их? 2200 цена. 2200. Так, давай, доставай. Угу. Вот одна лучше другой. Яркая, под любой низ, под любые брючки. Даже под твои. Три четверти рукав. Спина отрезная. 2500 цена. Также вот такие вот хлопковые. Хлопок, радочка, да? Да. Ой, радочка. Такая мягенькая. Качество очень хорошее. Тут, посмотрите, очень интересный низ. Также 50-60, 2500. Угу. Новую модель посмотрим с вами. Она из шелки, она есть в качестве лёна. Тоже хорошая. И длина средняя. Юбка и брюки 50-60, 1900. Давайте посмотрим вот такую модель. Тоже в двух расцветках. Качество вискоза масла. Мысик. Многие скажут. V-образный вырез, 50-60, Китай фабричный, 1900 цена. Футболка, очень красивая цветовая гамма, 1800 цена, 50-60, это у нас Китай фабричный, качество ХБ. Это блузочка у нас в двух тканях, лен и вот штапель. 50-60 размерчики идут, это Россия производитель, она на резиночке у нас. 1800. С вами вот такие вот тунички. Многие спрашивают с капюшоном. Есть вот такая вот в штапеле, есть вот в трикотажике. И есть покороче на молнии, также в штапеле. С кармашками, да? Да, с кармашками они идут. 2200 цена. Смотрите, вот такая вот футболочка туничного плана, ХБ, очень хорошего качества, эластичный такой трикотажик, спинка беленькая, цена 1800, с 50 по 60, Китай фабричный. Также получили вот такие вот рубашки, это качество лен, очень стильное, посмотрите, такие вот отделочки красивые по бокам. И вот такая вот штапеля. Также с 50 по 60. Производитель Китай фабричный. Качество очень хорошее. 1900 цена. Давайте с вами посмотрим. Это новинка. Новиночка. Да, очень красивая модель. Однотонка. Многие спрашивают, что-то однотонное. 2200 цена. Также штапель. 50-60 размер. Модель пола с 50 по 60, вточной рукавчик на кулисочке с воротничком, 1800, производство России. Эта модель у нас на повторе, она у нас в шелке. Очень хорошее качество. 50-60, 1900 цен. Вот посмотрите, невесомая шифоновая блузочка на кулисочке сбоку. Ее можно и как нарядочку, можно и под брючки, можно и под юбочку. С 50 по 60, Китай фабричный. Спереди она у нас двойная, сзади одинарная. 2200 цена. Есть рубашечки в трех расцветках, размеры 46-54, также они на кулисочке, есть ровный низ, такие расцветки, такие, очень красивые, и есть вот интересный асимметричный низ, вот такого плана,
это маленький размер, из 46 по 54. Вот такая, вот такая. И есть еще Лана, очень стильная, модная. Под брючки, под юбочку, 1800. Такие вот рубашечки туничного плана. Очень красивые расцветки. В двух расцветках, 50-60 размеры. Под брючки можно, 1900 цена. Производство Россия. Также есть вот тунички. Лен, да? Да. Две расцветочки. Есть вот такая еще моделька. 2200 цена, 50-60 размеры. Тунички. Лен. Две модельки. Также с 50 по 60 2200. Получили новинку, штапель. Красивая вот спинка, асимметрия, тут пуговки, имитация. Очень стильная. 2200 цена, 50-60 размеры, Китай фабричный. Посмотрите, вот такая вот красивая блузочка. Она у нас по бокам на резиночке. Качество это шелк, 75 хлопка, 25 спандекса. Любой низ можно подобрать, можно юбочку, можно брючки, любой расцветочки. 1900 цена. Эта моделька у нас на повторе, пользуется очень большой популярностью. 50-60 размеры. Давайте посмотрим вот такую. Невесомая, очень хорошая блузочка, вточной рукав, светленькая спинка, гарда. 1950-60, Китай фабричный. Вот такая вот рубашка, 48-56, цена 1800, производство Россия, на кулисочке. Вот такая вот стильная модель для девчонок, для стильных женщин, 50-60 размерчики, 1800 цена. Такую рубашку, вточной рукав, красивая вот расцветка летняя, 1800. Китай фабричный, 50-60 размерчик. Смотрите, у нас еще есть наличие ветровки, джинсового трикотажа, также и джинсы. Это у нас джинса. Очень хорошая, стильная модель. Длина очень хорошая, все прикрывает паховую зону. 3000 цена, 50-60 размерчики идут. В этой серии вот такая вот модель еще есть. 3500. Также с 50-го по 60. Китай фабричный, с капюшончиком, вот такого плана. Это у нас джинсовый трикотаж, 50-60, 2500 цена. Также есть джинса комбинированная, 2500-50-60. Давайте посмотрим. Две семьсот, да? Также есть еще вот такие модельки. Эта модель будет подлиннее, это немножко покороче. Также с 50 по 60 джинсовый трикотаж. 2700. 2700. У нас есть пиджачки. Также у нас есть пиджачки в трех расцветках. 3000 цена. Красивые, сейчас яркие, прям вот под любые брючки. До какого размера они? С 50 по 60. До 60, пышечки. Все под белые брючки, под синие, фукси. О, приложите вот свои, вот посмотрите даже, как красиво под фукси будет. У Русланы брючки. Также есть вот такая вот моделька. Она на подкладе. Костюмная ткань. Клетка сейчас актуальна. Также длина все прикрывает, можно под юбочку, можно под брючки. 50-60, 3000 цена. Вот такого плана. Трикотажные. Вот такая вот моделька. А это что за такой трикотаж, как сжатый? Да? Да. На подкладочке или без подкладки? Без подклада. Вот, кстати, девочки, кто у меня спрашивал? Очень многие пиджачки без подкладки. Вот, пожалуйста, вам варианты пиджачки без подкладки. Идем и звоним, пишем все к Руслане.
И Руслана вам выберет любую модель, девочки. Леночка из Москвы, учитель мой. Пожалуйста, для тебя пиджачки без подкладки. Звоните, пишите. Вот такие вот модельки без подкладки. 50-60, 2500 цена. И цена 2500. Вот такие вот летние блузочки. Очень красивые расцветки. С 50 по 58 размер. 1900 цена. Вот такие вот рубашки. 46-54 размеры. Две расцветочки. Очень хорошая длина под юбочку, под брючки, под любой низ. 1800 цена. Моделька у нас в четырех расцветках. Это у нас хит продаж. Есть вот такая. Более нежная. Вот такого плана. С какой по какой размер? С 50 по 60. С 50 до 60, девочки. 1900 цена. У кого животики, там резиночка, да, как раз вот уберет ваши животики. И наши тоже. Давайте посмотрим вот такую. В двух расцветках. Хлопок. Красивая. Качество очень хорошее. 75 хлопка, 25 спандекса. 2200 цена. 50-е, они полномерные, не маломерят. Можно под юбку, можно под брючки, под любой низ. Пожалуйста. Многие спрашивают, блузочки 3/4 рукав. Вот, пожалуйста, нарядная, из вискозки. Рукавчик шифон, на ножке, 50-60 размеры, 2200 цена. Нарядная расцветочка. Такая вот моделька, очень красивая расцветочка. Шифоновый рукавчик. 3/4 на резиночке, 50-60 размера, качество вискоза масла, 75, 25 спандекс, это у нас Китай фабричный, 2200. Такая вот очень красивая модель, шифон, красивая расцветка, сейчас актуальные огурцы. Также 2200 с 50 по 60, также 3/4 рукавчик, Китай фабричный. Такая вот новиночка у нас, гипюрчик, шифоновый рукав, очень красивая. Многие спрашивают, что-то однотонное, пожалуйста, 50-60 размеры, 2200. Посмотрим вот эту модель. Она идет с бижутерией, 48-56, очень много расцветок. Особенно мне многие помнят, мои подписчики, эту блузку. Я на юбилее была в красной, и у меня ее все спрашивали, где я ее купила. Но я ее не у вас покупала, где-то в торговой точке. Вот, дорогие подписчики, пожалуйста, все, пожалуйста, сюда за этими блузками. Всем она очень нравилась. Так что вот, а еще разные расцветки, пожалуйста. Ручки очень хорошо прикрывает. Да, тут летучая мышь. Да. Она садится идеально на любую животную. И вот такой вот желтенький. И цена? Цена 1900. 1900. А Тамара Шик ее покупала 4500 в торговом центре. Такая модель в двух расцветках. Ничего лишнего, классика. Светленькая. Очень красивая отделочка, вот посмотрите. Угу. По рукавчику. 2200 цена, бежево, зелени, также с 50 по 60 размер. Вот такая, очень нежная, она тоже в расцветочках, эта моделька, на кулисочке, производство Россия, фирма Гран. Она идет с 50 по 58, есть вот такая расцветка, вот такого плана расцветочка, на любой вкус и цвет. Вот так вот. 1900 цена. Давайте вот такую модель посмотрим. Она двойная. Ее можно как топ под пиджачки одевать. Можно вот сейчас потеплеет. Под юбочку, под брючки. Очень красивая модель. Ничего лишнего. 1900 цена. 5-го. Многие знают.
качество очень хорошее, воздушная ткань, очень много цветов, любой низ можно подобрать, юбочка, брючки, пожалуйста, спинка отрезная, будет все скрадывать, 1900, прям вот такую модельку, она в двух расцветочках, эта расцветка идет в маленьких размерах, 48 по 56, она немножко маломерит, а 46-44 тоже подойдет. Эта вот расцветка идет с 50 по 60. 1800 цена. Вот такие вот, посмотрите, очень стильные. Это у нас на резиночке, спортшик. Это у нас на кулисочке, на любой вкус и цвет. Под юбочку, под брючки, светленькое, то, что нужно. С 50 по 60, 1800 цена. Многие спрашивают вискозу. Вот, пожалуйста, вам вискоза, холодок. Качество с 50 по 60. Очень хорошая модель. 1800. Нет? Да. Штапель. Вот такая вот туничка. Очень красивая расцветка. Спинка отрезная, защип. Вточной рукавчик. Качество штапель. 2200 цена. Более стильная модель. Пожалуйста, для девчонок. То, что нужно. 50-60 размерчики. 1900. Вот такого плана тунички. Также штапель. Она есть вот в джинсе. Есть в белом цвете. 50-60 размеры. 2200. Получили новинку. Она у нас в расцветках. Комбинированная модель. Спинка у нас трикотажная. Спереди лен. Серенькие красивые. 50-60. 50-60. 2200. Мы дальше сейчас посмотрим расцветки. Угу. Белая, серая. Есть белая, есть серая. С разными цветами. 2200. Вот такая вот интересная также туника. Посмотрите, какая интересная спинка. 2100 цена. Также штапель с 50 по 60. Китай фабричный. Вот такая вот моделька. Она в трех расцветках. Есть вот синий. Также вот посмотрите, красный. И есть вот в черном цвете. 50-60 размеры. Мысик. Многие спрашивают. Вот V-образный вырез. Под юбочку, под брючки. 1800 цена. Очень красивая, стильная модель. Вот такая вот наподобие. Также 1800. И вот покажите еще вот такую. Немножко другая. Цветовая. Модель. На кулисочке стильная. Можно и под спорт, можно и под классику одеть. Такие интересные лампасики по плечикам. Она идет с 48 по 56, 1800 цена. Посмотрите, вот такая вот футболочка, трикотаж, хабешечка, 50-60 размерчики. Она идет на кулисочке, 1800 цена. Вот такого плана. Футболок очень много, на любой вкус и цвет. Есть вот такая. Все очень хорошего качества, ХБ. Эта моделька идет с 48 по 56. Эта модель идет с 50 по 60. Такие стильные, оригинальные модели. 1800 цена. Очень красивая, красивая рукавчик с отделочкой. 1800. Тут с 48 по 56. Еще есть вот такая вот рубашечка. Хлопок, жаточка, очень хорошая ткань. Она идет с 48 по 56. 1900 цена. На рубашке, на кулисочке. Шифон, 75 хлопка, 25 спандекса. 50-60 размерчики они идут. 1900. Также в нашем павильоне очень большое количество бомберов. Давайте посмотрим. Посмотрите, вот такой трикотажный, очень стильный, с зайцами. 50-60 размеры, 2500 цена плана. Пикассо, 50-60, 2500. Теперь вот летние расцветки, 3/4 рукавчик. Также под любой низ, можно как блузочку, можно как бомбер его одевать. Качество очень хорошее, 75 хлопка, 25 спандекса, 2400. Такую модель.
модель с капюшоном. Две расцветки, 50-60 размеры. 2700 цена. Под любой низ, пожалуйста, приходите. Вот такой бомбер, классика. Можно и под классику, можно и под спорт. Такая вот спиночка. 2500, 50-60, Китай фабричный. Любители цветочков. Пожалуйста, вот такая вот расцветочка. Качество очень хорошее, это вискоза масло. 2500, 50-60. Вот такой вот бомбер, прямой. Трикотажка ХБ с капюшончиком, 50-60 размеры. 2500 цена. Бомбер поплотнее. Вот. Немножко потеплеет и то, что нужно. 50-60, 2700. Также есть вот такая комбинированная. 50-60, 2500. На кулисочке. Вот такого плана. На любой вкус и цвет. Кому-то посветлее, кому-то потемнее. Чуть-чуть удлиненные, да? Да, удлиненные. Они немножко трапеции, расклешенные к низу. 50-60. КБ ткань, трикотаж. 2500. Вот такая вот модель. Пользуется популярностью. Вточной рукавчик, капюшон. Очень красивая отделочка стразами. Кармашки. Вот и по спинке она очень красиво отделана. Также 2500. Черные есть у нас бомберы. В двух расцветках. Это у нас шелк. Такая вот моделька вискоза. 50-60, 2500. Смотрите на вот эту модель. Трикотажик, точной рукавчик. 50-60, 2300. Ну что, дорогие мои друзья, вот сегодня мы побывали в гостях. На блузках, туники. Девчонки, джинсовые курточки, пожалуйста, приходите. Корпус А, 1Д, павильон 09. Так, у нас тут визиточку еще раз показываю. Пожалуйста, звоните, пишите, заказывайте. Спасибо большое, Руслана. Я знаю, что ты немножко волновалась, но ничего, у тебя все хорошо получилось. Все как в твоих блузках, ок и ших. Я зашла, рай блузок, рай блузок. И знаете, что мне нравится? Что вы отправляете от одной единицы транспортную компанию почтой, вы отправляете, оплачиваете сами, правильно? Оплата? Нет. Или вы оплачиваете? Оплачиваем, кто заказывает. Ну, я и говорю, что они оплачивают сами. Да, девочки, поэтому внимательно слушайте условия. Транспортные услуги оплачивайте вы сами. Ну и вам блузку, без разницы, что вы закажете, от одной единицы отправят в любой город. Да. Руслан, спасибо вам тебе огромное. Спасибо, я надеюсь, не первый, не последний раз. И, дорогие подписчики, подписывайтесь во все чаты товаров, которые мы создали для вашего удобства. Подписывайтесь в группу «Поставщик чат», и мой модератор вас раскинет по всем чатам. В том числе и 1D 09 в женской одежде также будут. И можете выбрать их товар также. Ну и также подписывайтесь в группу мою «Оптовичок», где все оптовики также могут выбрать любую также блузочку 1D 09. Ну а мы не говорим «до свидания», говорим «до новых встреч», да. и до новинок. Да. А вы нас радуйте и балуйте новинками. Всем пока-пока! Да.